Предлагаем с утра пораньше удивить своих близких и приготовить к чашке кофе шоколадные кексы. Превратить сладкую выпечку в настоящий шедевр легко. Для начала смешаем все сухие ингредиенты. 230 граммов муки, 200 граммов сахара, 15 какао, 2 чайные ложки разрыхлителя и пол чайной ложки соли. В отдельной емкости размешаем одно яйцо, добавим к нему 100 мл подсолнечного масла. Важно не взбивать, перемешиваем все слегка. Дальше мы высыпаем всю нашу сухую смесь, которую мы сделали, в яйцо с маслом. И потом добавляем 180 мл молока. Берем специальные силиконовые формочки для выпечки кексов. Смазываем их маслом. Но лучше в силиконовые вложить еще бумажные формочки. Десерт будет выглядеть более аккуратно. Выкладываем массу чайной ложкой по формам. После того, как мы налили 2 чайные ложки теста, мы положим вишню в серединку и зальем остальным тестом. Отправляем кексы в разогретую духовку. Выпекать нужно 15-20 минут при температуре 200 градусов. Пока кексы готовятся, мы сделаем мастику для украшения. Смешаем в равных пропорциях 1:1 сгущенное молоко, сахарную пудру и детскую смесь. Для желаемого цвета используйте пищевой краситель. Такая масса напоминает пластилин. Слепить можно любой вкусный аксессуар. Когда кексы покрылись шоколадной корочкой, самое время придумать для них наряд. Берем кусочек мастики, пока бежевой, и раскатываем ее. Не очень толстый пласт. Берем подходящую емкость, которая будет по размерам напоминать нам вот верхушку от кекса, ну, чтобы покрывало полностью. В данном случае это стакан, и вырезаем. Полученный круг закрепляем на верхушке кекса, затем раскатываем фиолетовую мастику. Аналогично вырезаем круг и покрываем им второй кекс. Наш фон готов. Первый вариант украсим цветами. Раскатаем мастику потоньше. Используем специальную выемку цветочную. Если ее нет, в принципе, можно вырезать каждый лепесток отдельно ножничком. Таким образом делаем 3 цветка, придаем текстуру лепесткам при помощи специального вайнера. Если его нет, нарисуйте прожилки на листьях сами и заострите слегка края. Так ваши бутоны будут выглядеть естественно и воздушно. Формируем из белой мастики тоненький жгутик и закрываем им края кекса. Закрепляем цветы при помощи пищевого клея. Это сахар и вода в равных пропорциях, сваренные до состояния сиропа. Создаем композицию и делаем яркие серединки. Праздничный кекс готов! Для второго кекса мы сделаем бантик. Для этого мы мастику скатали в такой своеобразный жгутик и раскатаем его скалкой. Разрезаем тонкую полоску мастики на 2 части и формируем из них красивый бантик на свой вкус. Затем приклеиваем его на кекс и добавляем шарма при помощи романтичных бусин. Вы можете скатать маленькие шарики вручную или использовать специальный молд, который позволит сделать целое ожерелье быстро и качественно. В конце пускаем бусы по краям кекса и закрепляем клеем. Наши кексы готовы. Рецепт довольно прост, но результатом вы можете порадовать своих близких. Отличным украшением станут также взбитые сливки с кусочками ягод и фруктов. Фантазируйте и делайте свое утро вкусным. Анастасия Макеева, Илья Максимов, студия «Хорошего настроения».